Фаридуддин Аддар. Тезкират аль-Аулия. Рассказы о святых. Хазрат Абуль-Хасан Харкани. Хазрат Баязид обычно совершал паломничество к могилам мучеников и святых. Проходя через Хиркан, он делал глубокий вдох, как будто наслаждался ароматом душистого цветка. На вопрос учеников, откуда доносился этот аромат, он отвечал, что скоро в этом городе родится великий святой по имени Абуль-Хасан, который превзойдет его своими духовными достижениями и будет проводить все свое время в семье, занимаясь духовной практикой. Через несколько лет на свет появился Абуль-Хасан. По достижении 20-летнего возраста он стал ежедневно после молитв посещать могилу Баязида. Там он молился: «О Аллах, даруй мне часть духовности, которой ты наградил Баязида». Прошло 12 лет с тех пор, как он начал этот ритуал, и однажды, когда он уже собирался уходить с кладбища, Абуль-Хасан услышал голос, идущий из могилы, который сказал: «Абуль-Хасан, вся моя духовность – это твой подарок мне». Абуль-Хасан ответил: «Господин, я родился на 39 лет позже, чем ты. Как я мог передать тебе духовность?» И снова из могилы Баязид раздался голос: «На моем духовном пути мне мешало какое-то препятствие. Я молился Аллаху, чтобы он избавил меня от этой преграды, и услышал глас Божий. Помолись о том же сиянию, которое озарит тебя, когда ты приедешь в Хиркан». Приехав в Хиркан, я действительно увидел сияние, идущее от земли до самого неба. Я помолился ему, как велел Господь, и моя проблема разрешилась. Когда Абуль-Хасан вернулся домой после этого случая, он обнаружил у себя новую способность. Он смог выучить весь Коран за 24 часа, а раньше он даже не мог прочесть его до конца за это время. Однажды Абуль-Хасан копал землю на своем участке и нашел серебряные монеты. Он присыпал монеты землей. Начав копать в другом месте, он нашел золото. Абуль-Хасан снова зарыл его в землю. В третьем месте он обнаружил алмазы. Он закопал их. В четвертом месте оказались драгоценные украшения. Их он тоже засыпал землей. Потом Абуль-Хасан обратился с молитвой к Аллаху: «О Аллах! Даже если я получу все богатство этого мира, а также мира будущего, я не променяю его на возможность увидеть тебя». Однажды известный святой, сидя рядом с Хасаном, продемонстрировал ему настоящее чудо, достав из его чаши с водой живую рыбку. Хасан сунул руку в горящий очаг и тоже достал из него живую рыбку. Святой предложил Хасану прыгнуть вместе с ним в огонь и посмотреть, кто из них выживет. Хасан ответил: «Нет, торга чудесами не будет. Давай окунемся с головой в океан небытия Нест и выйдем из него облаченными в одежды божественного бытия Хаст». Святой промолчал. Однажды перед тем, как отправиться в путь, несколько паломников обратились к Хасану с вопросом о том, что им нужно будет делать, если на них нападут грабители. «Вспомните обо мне, если это произойдет», — сказал Абуль-Хасан. «Когда на караван напали разбойники, они ограбили всех паломников, кроме одного.
он подумал об Абуль-Хасане. Когда он вспомнил о нем, Абуль-Хасан появился перед ним и исчез со всеми его вещами из поля зрения грабителей. Тем самым он спас его добро. По возвращении паломники пришли к Абуль-Хасану и спросили его, как получилось, что они возносили молитвы Богу, но не спаслись, а их товарищ молился ему и был спасен. Абуль-Хасан ответил: «Вы неискренне уверяете Всевышнего в вашей преданности, а я служу ему всем своим сердцем. Поэтому, если вы будете молиться мне, то я от вашего имени помолюсь Аллаху, и ваши желания исполнятся. Но если вы просто будете шевелить губами, а сердце останется холодным, то ваша молитва не возымеет никакого действия». Абуль-Хасан сказал одному из своих любимых учеников: «Для мира Баязид мертв, но для меня он все еще жив и знает обо всех моих делах». Ученик Абуль-Хасана просил разрешения поехать в Ирак, чтобы там изучать традиции, в которых рассказывается о жизни пророка Мухаммада, так как у себя на родине он не мог найти достаточно компетентного учителя. Хасан сказал: «Я буду учить тебя традициям, потому что получил знания о них от самого пророка». Ученик поставил под сомнение слова своего наставника, но во сне к нему явился пророк и сообщил, что Хасан сказал правду. Когда ученик приступил к занятиям, Хасан часто делал замечания по поводу какого-нибудь отдельно неверно трактуемого эпизода из жизни пророка. Ученик спросил, по какому праву он ставит под сомнение то, что написано в традициях. Хасан ответил: «Все время я вижу перед собой пророка, когда учу тебя. Если в рассказе о нем проскальзывает неверная информация, то на его лице появляется выражение недовольства, по которому я понимаю, что эпизод записан неправильно». Однажды Хасан принимал участие в Сама, духовном музыкальном представлении, в доме одного преданного Аллаху человека. Во время Сама он впал в состояние экстаза и три раза ударил ногой о землю. Стены дома задрожали, и собравшимся показалось, что дом и сама земля начали кружиться вместе с Хасаном. Когда Хасан пришел в себя, его спросили, что с ним произошло. Он ответил: «Сама предназначена для тех, кто во время нее способен переходить в высшие духовные сферы, когда падают завесы, и они могут увидеть мир ангелов». Однажды хазрат Абу Саид, известный святой, пришел к Абуль-Хасану. Во время беседы Абуль-Хасан, охваченный экстатическим состоянием, обнял святого. Придя домой, Абу Саид всю ночь провел в молитвах, стоя на коленях и часто вскрикивая в экстазе. Утром Абу Саид пришел к Абуль-Хасану и начал умолять его взять назад искру духовности, которую он зажег в нем своим объятием, так как он не был настолько подготовленным, чтобы выдержать это состояние. Абуль-Хасан еще раз обнял его, и он снова вошел в нормальное состояние. Как-то раз Абуль-Хасан сказал Абу Саиду: «Я сделаю тебя духовным адептом, поскольку ты был дарован мне Аллахом в ответ на мою просьбу послать мне товарища, с кем я мог бы обсуждать мои духовные искания. Я благодарю Всевышнего за исполнение моего желания». Шейх Абу Сина прошел долгий путь от своего дома, чтобы навестить Абуль-Хасана. Он постучал в дверь его дома, и навстречу ему вышла жена Абуль-Хасана. Она обозвала его еретиком и попросила не беспокоить ее мужа, ушедшего в лес за хворостом. Абу Сина пошел на поиски Абуль-Хасана и увидел льва, который нес на спине вязанку хвороста, собранного Абуль-Хасаном. Абу Сина склонил голову перед шейхом и в разговоре с ним спросил, почему его жена была настолько грубой, что назвала его
еретиком. Абуль-Хасан ответил, что если бы он не был в состоянии смирить такую негодную овцу, этот лев не стал бы подчиняться его приказам. Они провели ночь в духовных беседах. Утром, когда Абуль-Хасан чинил стену своего дома, кусок материала выпал у него из рук. И прежде чем он успел спуститься вниз, чтобы подобрать его, а Абусина подать его Хасану, этот кусок стены взлетел вверх и снова оказался у него в руке. Вера Абусины в Абуль-Хасана укрепилась, и все его сомнения относительно духовного величия святого исчезли. Однажды к Абуль-Хасану пришел человек и попросил отдать ему плащ, чтобы, одев его, он мог стать таким же праведником, как он. Абуль-Хасан спросил: «Может ли женщина, надев одежду мужчины, стать мужчиной, или мужчина, облачившись в женский наряд, стать женщиной?» Проситель ответил: «Отрицательно». «Тогда, — сказал Абуль-Хасан, — если это невозможно, как можешь ты, надев мое облачение, стать подобным мне?» Один священник попросил Абуль-Хасана прочитать ему проповедь. Абуль-Хасан сказал: «Призывай людей к Аллаху, но никогда не зови их к себе». Заметив его удивление, Абуль-Хасан дал этому следующее объяснение: «Если проповедник начинает испытывать зависть к другому проповеднику, служащему тому же делу, что и он, главным образом при общении людей к Аллаху, это означает, что он не делает людей верующими и не превращает их в своих приверженцев. Иначе какие могли бы быть у него причины для зависти?» Махмуд Газнави, выполняя свое обещание, данное ранее слуге Аязу, однажды нарядил его в свои одежды и посадил на свой трон. Позднее Аяз, одетый как султан в сопровождении Махмуда Газнави, в наряде придворного пришел к Абуль-Хасану. Махмуд послал гонца к Абуль-Хасану с просьбой выйти навстречу гостям и отдать почести султану. Он также велел гонцу напомнить Абуль-Хасану, если он откажется сделать это, стих Корана, в котором сказано: «Подчиняйся приказаниям Аллаха, пророка и царя». Когда гонец передал послание Махмуда, Абуль-Хасан отказался выйти к султану. Гонец прочитал стих Корана, и Абуль-Хасан ответил ему: «Скажи Махмуду, что я настолько поглощен своей верой в Аллаха, что мне стыдно оказывать внимание даже пророку, не говоря о том, чтобы подчиняться султану». Махмуд, получив лаконичный ответ, признал, что Абуль-Хасан – великий святой. Вместе с Аязом, все еще одетым как султан, Махмуд в костюме придворного вошел в хижину Абуль-Хасана и приветствовал его. Абуль-Хасан ответил на приветствие, но не встал, чтобы выразить свое почтение султану, а вступил в разговор с Махмудом, не обращая внимания на Аяза в одеждах султана. Махмуд спросил: «Господин, почему ты не приветствуешь султана?» Абуль-Хасан ответил: «Это все одна видимость». Махмуд поклонился ему и сказал: «Я знаю, что святых твоего уровня нельзя обмануть, прибегая к подобным уловкам». Потом Абуль-Хасан подошел к Махмуду и отвел его в сторонку. Махмуд попросил: «Расскажи мне что-нибудь о Баязиде». Абуль-Хасан ответил: «Тот, кто когда-нибудь видел Баязида, никогда не будет осужден в судный день». Махмуд спросил: «Кто был выше, пророк Мухаммад или Баязид? Ведь даже Абу-Джахль и Абу-Лахаб, видевшие Мухаммада, не смогли избежать осуждения». Абуль-Хасан ответил: «Махмуд, будь осторожен в выборе выражений. Эта тема требует уважительного отношения. Знай, что за исключением некоторых сподвижников пророка и нескольких святых, его современников, даже халифы ислама, не могли оценить пророка по достоинству, несмотря на то, что они видели его».
Об этом же говорит Коран: «О Мухаммад, ты видишь тех, кто обращается к тебе, и кто не видит, то есть не понимает тебя, хотя ты открыт их взором». Когда Махмуд предложил несколько золотых махуров Абуль-Хасану, тот протянул Махмуду ломоть черствого хлеба. Но как Махмуд ни старался, он не мог проглотить такой твердый хлеб. Тогда Абуль-Хасан сказал, что Махмуд не мог проглотить засохший хлеб так же, как он не мог проглотить, то есть принять золотые махуры, ибо уже давно отказался от богатства в этой жизни. Он вернул махуры Махмуду. Тогда Махмуд попросил у него что-нибудь из одежды, чтобы он мог хранить это в качестве подарка на память. Абуль-Хасан выполнил его просьбу. Махмуд, выходя из хижины, заметил: «Господин, у вас довольно красивый дом». Абуль-Хасан ответил, что Аллах подарил Махмуду целое царство, а он настолько жаден, что захотел еще и маленькую хижину. Махмуду стало стыдно. Абуль-Хасан встал, чтобы попрощаться с Махмудом. Махмуд спросил его: «Когда я входил к тебе, ты не оказал мне почтения. Но теперь, когда я ухожу, ты так вежлив со мной, что даже поднялся со своего места. Почему?» Абуль-Хасан ответил: «Ты вошел в мой дом как царь, и тебя переполняла монаршая гордость, но теперь ты уходишь от меня смиренным дервишем, о чем можно судить по тому, как твое лицо сейчас озарено внутренним светом. Поэтому, прощаясь, я отдаю тебе почести». Когда спустя годы Махмуд со своим войском осаждал Самнат в Индии и понял, что у него нет шансов на успех, он удалился к себе в шатер и после омовений, положив одеяние Абуль-Хасана на почетное место, начал смиренно молиться Аллаху: «О Аллах! Ради дара великого святого пошли мне победу в этой битве, и все, что я получу в качестве добычи в этом бою, я распределю между факирами». Молитва была услышана. В рядах вражеской армии возник разлад, и она проиграла сражение войску Махмуда. Ночью Махмуд увидел во сне Абуль-Хасана, который сказал: «Ты совершил грубую ошибку, оценив дар святого так дешево. Если бы ты попросил Аллаха, чтобы он сделал всех людей на свете мусульманами, вместо того, чтобы искать этой незначительной победы, весь мир обратился бы в ислам и исчезла ересь, а ты бы стал обладателем великой добродетели». Хазрат Абуль-Хасан наставлял своих учеников: «Ищите милости Всевышнего, потому что она превосходит ужасы ада и наслаждение рая. Завесы скрывают от тебя прошлое, настоящее и будущее. Когда завесы подняты, можно увидеть все. Величать себя суфием – огромное притязание». Сам он, по крайней мере, так не поступал. За 30 лет он ни разу не сомкнул глаз ночью. Бог поглотил его настолько, что он перестал быть собой, а его тело стало ничем иным, как фантомом, чистой мыслью. Аллах даровал ему божественное страдание. Если бы одна капля этого страдания попала в мир, она могла бы вызвать более страшный потоп, чем во времена Ноя. Его ученики будут спасены в смертный час по милости Аллаха и благодаря его заступничеству. Он всю ночь думал об Аллахе, сидя на голой земле под сухим кустом. Однако он чувствовал себя счастливее, чем если бы удобно расположился под древом желаний в раю, забыв об Аллахе. Тот, кто сознательно демонстрирует чудеса, изгоняется из круга общения с Аллахом.
Он искал полного растворения своего «я» или, как одно из двух, хотел наполнить собою все. Он забывал о себе ежедневно 1000 раз за час. По милости Аллаха он знал прошлое, настоящее и будущее каждого создания во все времена. Тот, кто не имеет такого знания, не может быть учителем. Если бы даже колючка впилась в чью-то ногу, он бы знал об этом. Сам испытал бы боль и указал на страдающего человека. Он был способен на это, потому что отождествил себя с творением. Он искал возможность увидеть Аллаха, не боялся ада и не мечтал о рае. Он хотел, чтобы в судный день с него спросили за грехи всех живущих, и мечтал о том, чтобы понести наказание за все эти грехи и тем самым спасти все создания от мучений. Когда люди сознательно ищут Аллаха и забывают о себе, они находят Его. Не тот мусульманин заслуживает похвалы, кто исполняет религиозные обряды и постится, а тот, на скрижалях судьбы которого за всю жизнь не было записано ни одного греха. И даже находясь на таком высоком уровне, он боится Аллаха и полон смирения. Тот, кто по милости Аллаха видит его, не замечает никого другого. Тот, кто погружен в созерцание Аллаха, не думает о себе. Герои, идущие по пути, мертвы еще при жизни. О, искатель, никогда не думает, что ты уже достиг просветления, пока на протяжении 70 лет ты не будешь каждый раз чувствовать, молясь в Хорасане, что ты кланяешься в Мекке. Все богатства на небе и на земле будут лежать перед твоими глазами, но, несмотря на это, ты останешься смиренным и будешь пребывать в постоянном страхе, что Аллах может не принять твоего служения Ему. Многие совершают обход вокруг Каабы, а другие вокруг рая. Но тот герой достоин хвалы, который ходит вокруг осознания единства, пребывает в союзе с Аллахом и живет с Ним. Абуль-Хасан всегда устраивает то, что он имеет в этой жизни. В этом мире сначала ищут что-то, а потом находят. А Аллаха сначала встречают, а потом ищут. В словах, которыми обмениваются пророки Всевышний, горит огонь такой силы, что если бы даже малая часть их откровений была сообщена миру, все творение сгорело бы в один миг. Но пророки способны слышать эти откровения благодаря их близости к Аллаху. Если бы не покровительство Всевышнего, их тела распались бы на отдельные части во время их общения с Ним. Некоторые истинно верующие являются возлюбленными Аллаха. Когда они зовут Его по имени, все птицы в небе и все животные в лесу замирают в молчании, а ангелы в раю трепещут. Земля же и небеса освещаются ярким светом. Таково величие в звучании этого имени, что земля начинает дрожать. Никто не может сделать ни шага на пути без помощи Аллаха. Нельзя преуспеть, опираясь только на свои силы и упорство. Нужно так жить на свете, чтобы ни один грех не лег пятном на ваше имя. Живи с Аллахом и откажись от общества мирян, потому что нужно общаться с другом, и нет друга лучше, чем Аллах. Некоторые друзья Всевышнего, живущие в этом мире, могут читать то, что написано на скрижалях судьбы. Бог, Аллах, посылает страдания, дард,
просветленному человеку. Святое – это и не создание, и не человек этого мира. Любим Богом тот, кто стремится к Нему в этой жизни и не откладывает встречу с Ним до жизни будущей, которая наступит после смерти. Когда Всевышний ведет человека по пути, он живет с ним в долине единения, таухид, и никто, кроме Аллаха, не знает о том, в каком состоянии пребывает этот человек. Самым здоровым является то сердце, которое болит и тоскует по Аллаху. Кого Всевышний сделал больным, тому он будет врачевателем. Всякий, кто устремляет свои взоры к раю, лишен всего по его милости. Такой человек все время живет в одиночестве, отвергает общество других людей и отказывается от всего мирского. Он даже отказывается от своего эго, благодаря чему поднимается последняя завеса между ним и Аллахом. Тот, кто любит этот мир, становится его рабом. Но тому, кто отказывается от мира, мир становится рабом. Если в какой-то общине человек достигает просветления и приближается к Аллаху, он в его милости отпускает грехи всей общине ради этого человека. Дервиш никогда не устремляет взоры ни на этот мир, ни на мир будущий. Только те, кто имеет высшую цель, приходят к Аллаху. Имя Всевышнего нужно повторять и полностью отказаться от своего эго. Не греши, поклоняйся Аллаху и встретишь Господа. Каждый хочет взять с собой в вечность что-нибудь из этого мира, но в нем нет ничего, что могло бы перейти туда, кроме полного отсутствия эгоизма. Бойся Всевышнего, призывай Его, и ты будешь пребывать в состоянии небытия. Среди тысяч людей, идущих по пути, обозначенному в Писании, находится один, по пути которого следует само Писание, то есть каждое его деяние становится заповедью Писания. Суфию не нужен свет солнца или луны, так как он освещен божественным сиянием, и оно ярче всех небесных светил. Путь становится короче для того человека, кого направляет Всевышний. Пищей и водой для святого является повторение имен Аллаха и рассуждение о нем. Аллах поистине становится светом очей для верующих в Него. Часть божественной любви, сошедшая на землю, искала пути ко всем сердцам в этом мире, но она не нашла никого, кто бы смог удержать ее, и вернулась к Аллаху. Через каждые 100 лет в мире рождается совершенная душа. Человек теряет себя, когда обретает Аллаха. Человек, в чьем сердце живет любовь еще к кому-то, кроме Аллаха, не будет угоден Всевышнему. Его сердце останется мертвым, невзирая даже на то, что он может всю жизнь молиться и подвергать себя суровым ограничениям. Самая большая завеса между Аллахом и человеком – его плотское «я». Самая высшая деятельность – это памятование Аллаха и раздумье о нем. За это человеку даруется чистота жизни, милосердие и аскетизм. Общение со святыми является очень похвальным занятием в духовном отношении. Если ты сможешь убежать
за 150 километров от этого мира, то это будет высшим проявлением поклонения Аллаху. Общество святого – это великий дар Аллаха. Величайшая Кааба – это образ Всевышнего. Если искатель Аллаха 10 раз с радостью принимает яд, то на 10-й раз он почувствует вкус сахара. Искателю, которому в начале его духовного пути выпадает на долю много испытаний и несчастий, позже дается благословение, и он находит Аллаха. Пока Господь и его милосердие не наградит вас необходимой энергией для поиска Его, ваши усилия не увенчаются успехом. Того, кто жертвует честью ради Господа, он наряжает в одеяние своей чести. Аллаха находят, уничтожив свое «я». Тот, кто заявляет, что получил просветление и во всеуслышание объявляет об этом, на самом деле не является озаренным человеком, ибо подобное заявление само образует завесу. Продолжай духовную практику до тех пор, пока она сама не покинет тебя. Преклонение перед духовным промыслом важнее, чем выполнение многих практик. Если даже капля милости Господа выпадет на твою долю, тебе не будет нужно ничего мирского, ни говорить с кем-то, ни слушать кого-то. Памятование Бога обладает большей проникающей силой, чем одновременный удар тысячи мечей. Образ Аллаха оказывает такое влияние, что если тебе посчастливится увидеть Его, то ты 24 часа в сутки не будешь видеть никого, кроме Него. Человек должен преданно служить Аллаху 40 лет и только после этого ожидать благотворных результатов. 10 лет служения необходимы, чтобы исправить огрехи речи, 10 лет на то, чтобы убрать с тела лишний жир, 10 лет на усмирение прихоти сердца и последние 10 лет на искоренение всех оставшихся желаний. Смейтесь мало, плачьте много. Ешьте и спите очень мало. Воистину, несчастлив тот, кто покидает этот мир, не поговорив с Аллахом. Путь к осознанию Аллаха – привилегия чистых и любящих сердец, так как общение с Аллахом в состоянии экстаза – это подлинная радость. Всегда помните об Аллахе. Когда кто-то произносит имя Бога, Аллаха, его язык горит, словно в огне, и он не может еще раз повторить имя. Если человеку удается сделать это, значит, он получил его благословение. Жгучая боль от разлуки так сильна, что если она вырвется из сердец тех немногих счастливых людей, которые испытывают ее, весь мир сгорит в огне этой боли. В сердцах таких людей единственное желание – помнить Аллаха в воздаянии Ему должного, но находят они, что не в состоянии Его исполнить. Если твое сердце обращено к Аллаху, то весь мир не сможет причинить тебе зла, если станет твоим врагом. Видеть Аллаха и одновременно свое «я» значит находиться в состоянии небытия, фана. А видеть одного Аллаха и ничего более значит жить в вечности, бако. Ищи общество того человека, который горит в огне божественной любви,
и охвачен его страданием. Откажись от всех занятий, кроме повторения имени Аллаха, и не думай ни о чем мирском, а только о нем. Один миг, проведенный с Аллахом, выше, чем служению миру длиною в жизнь. Каждое творение – это завеса и сеть для преданного искателя. Неизвестно, как и когда человек может запутаться в них. Даже если единожды за всю вашу жизнь вы вызвали раздражение у Всевышнего и причинили ему боль, вам придется всю жизнь искать его прощения. Если он в своем милосердии простит вас, вы все-таки всегда будете чувствовать боль в вашем сердце из-за того, что вызвали неудовольствие Всевышнего и не следовали его заповедям. В служении Аллаху лучше тот, кто слеп, глух и нем, то есть кто не видит никого, кроме Всевышнего, слышит лишь его и говорит только с ним. Аллах даровал каждому тот или иной дар, чем настолько занял нас, что исчез из нашей среды. Нам следует отвергать все мирское и думать только о нем, чтобы он не отделял нас от себя. Есть много людей, которые мертвы, однако их видят среди живущих, в то время как другие люди лежат в могилах, но в действительности они живы. Любовь Аллаха приходит к тому, кто испепелил свое сердце ради него. Отрекись от богослужения и грехов и погрузись в реку Его милости. Человек увидит Аллаха в вечности божественными очами. Чем больше вы служите вашему учителю, тем выше становитесь духовно. У меня нет тела, языка и сердца, есть только Аллах, и Он во мне. Есть много тех, кто поклоняется и молится в этом мире, но очень немногие из них приносят плоды этого в мир следующий. Обычные люди получают то, что предначертано им судьбой, а святой получает то, чего нет на скрижалях его судьбы. На пути к Аллаху есть Аллах и никого, кроме Аллаха. Стойко переноси страдания и слезы в этом мире, чтобы смеяться в мире следующем. Когда слуга Аллаха поселяется в небытие, его облачают в одеяние божественного существования. На высшем уровне духовности жаждущий Аллаха столь поглощен служением, что если бы ему были даны воды всех рек сотворенного мира, это не утолило бы жажды, напротив, она стала бы еще сильнее. Такой человек порывает все отношения с миром и никогда не гордится теми чудесами, которые непроизвольно совершаются им. Лучшие знания для преданного – это раб Аллаха. Для верующего любое место – мечеть и каждый день пятница. Никогда не допускайте того, чтобы просящий милостыню уходил от вашего порога с пустыми руками. А всегда давайте ему что-нибудь, даже если для этого вам придется взять взаймы. Обращайтесь с гостями хорошо. Духовность имеет три конечные стадии. На первой стадии вы считаете себя тем, чем считает вас Господь. На второй стадии вы становитесь им, а Он становится вами. На третьей стадии вы прекращаете свое существование, а Он один
целиком заполняет вас. До наступления смертного часа вы должны прилагать усилия, чтобы достигнуть трех вещей. Первое. Любя Аллаха, плачьте так сильно, чтобы из ваших глаз начали капать кровавые слезы. Второе. Бойтесь Аллаха, чтобы страх мог превратить вашу урину в кровь. Третье. Совершайте столько ночных бдений, чтобы перестать ощущать свою телесную сущность. Однажды к Абуль-Хасану пришел по воздуху какой-то суфий. Он опустился перед Абуль-Хасаном на землю и представился. Сказал, что он Джунайд и Шибли сегодня. Услышав эти слова, Абуль-Хасан впал в состояние экстаза и, ударяя ногой о землю, произнес: «Я Аллах сегодня и пророк сегодня». В этом месте Фарид ад-Дин констатирует, что именно в таком состоянии скончался Мансур. Однажды глаз Божий сказал: «Абуль-Хасан, если мы объявим миру о твоих духовных достижениях то, что нам известно и что сокрыто от него, тебя забросают камнями за твою ересь». Услышав это, Абуль-Хасан заметил: «Ты хочешь, о Аллах, чтобы я объявил миру о том, как ты обращаешься с нами, когда у тебя плохое расположение духа? Знай, что никто тогда не будет служить тебе, и все откажутся от веры». Снова раздался глас Божий: «Не раскрывай миру то, что ты знаешь о нас, и мы не расскажем миру о тебе». Однажды глас Божий произнес: «Абуль-Хасан, ты принадлежишь нам, а мы тебе». Абуль-Хасан уточнил: «О Аллах, ты всемогущий властелин, а я твой покорный раб». Абуль-Хасан молился Аллаху и просил позволить ему покинуть этот мир. Глас Божий ответил: «Мы намеренно держали тебя в мире, чтобы наши друзья могли прийти и пообщаться с тобой. А тот, кому обстоятельства не позволят сделать это, может просто повторять твое имя и, беседуя о тебе, развиваться духовно». Абуль-Хасан сказал: «Когда я забыл о моем существовании, я увидел, что меня окружает лишь истина и ничего кроме». Аллах ответил Абуль-Хасану, что в этом мире и в мире следующем нет ничего, что было бы его собственностью. Лишь он, Аллах, принадлежит ему. Абуль-Хасан сказал: «С тех пор, как я отказался от мира, я никогда не смотрю на него, а, поговорив с Аллахом, я больше не разговариваю ни с одним человеком». Абуль-Хасан сказал: «Ищи общество только одного Аллаха и откажись от желания общения с живым существом, будь это сам Хизр. Разве ты настолько пресытился общением с Аллахом, что ищешь общество людей? Тебе следует отказаться от всякого иного общения и стремиться только к нему. Творение ограничено временем, а я господин времени. Когда я дошел до состояния небытия, я увидел себя облаченным в божественное существование. Но когда я радовался моему существованию, эго, пришло полное исчезновение. Когда я преодолел свое эго, то обнаружил, что теперь я не смогу утонуть в воде и сгореть в огне. Потом я провел 3 месяца и 4 дня без пищи и выдержал все испытания.
Доброта – это атрибут Аллаха. Мы не можем претендовать на нее. О искатель! Если ты хочешь стать чудотворцем, начни поститься каждый третий день, а потом постись 14 дней подряд, а после этого 40 дней, потом 4 месяца и, наконец, целый год. После этого ты достигнешь состояния, в котором ты увидишь перед собой нечто. Это нечто будет держать во рту предмет, похожий на змею. Если ты отведаешь его, то больше никогда не будешь испытывать чувство голода. Когда я начал голодать, предмет, напоминающий змею, появился передо мной, но я отказался отведать его, так как он встал на пути нисходящего на меня потока Божьей милости. Я молился Всевышнему, чтобы он даровал мне свою милость прямо, без посредника. Аллах ответил: «С этого момента ты будешь сыт без еды и станешь удовлетворять чувство голода и жажды, ничего не принимая внутрь». Так оно и стало происходить с тех пор. Я чувствую, что насыщаюсь тем, что находится у меня в желудке, и чего я не вижу, но оно сладко, как мед, и пахнет мускусом. Никто не знает, где я беру еду. Пока я искал помощи от кого-то помимо Бога, Аллаха, мое богослужение никогда не было успешным. Когда же я отрекся от всего сотворенного и посвятил себя одному Аллаху, сосредоточившись только на нем, я обнаружил, что все препятствия на моем духовном пути исчезали по милости Аллаха. Я пожал прекрасный урожай без каких-то усилий с моей стороны. Познайте величие Его милости, перед которой грехи этого мира не больше пылинок. Я хочу, чтобы не было ни рая, ни ада, и люди могли любить Аллаха ради Него самого. Бесконечные и бесчисленные пути, ведущие к Господу. Можете мне поверить, что существует столько путей, сколько людей в мире. Каждый идет по намеченному пути в силу своих способностей. Я практически вступал на каждый путь и обнаружил, что тот или иной человек уже идет по нему. Не было пути, свободного от людей. Тогда я стал молиться Аллаху: «Покажи мне путь, по которому никто не осмеливается идти, и где не будет никого, кроме тебя и меня». Аллах указал мне путь страдания души. Это означает, что тот, кто хочет идти по пути любви к Господу, не должен бояться боли и опасности, которые могут подстерегать его там. Нужно с охотою следовать заповедям Всевышнего и благодарить Его за неисчерпаемую щедрость. Человек должен всегда благодарить Его. Тот является храбрецом в глазах Аллаха, кто считается трусом в мире. А того, кому мир поклоняется как герою, он считает трусом. То, что я говорю тебе, это прямое послание от Аллаха. Оно слишком чистое, и мир не может притязать на него. Все духовные высоты, достигнутые мною, были прямым результатом жизни в одиночестве и безмолвии. Глас Божий сказал: «Абуль-Хасан, слушайся моих повелений, ибо я – жизнь, которая не знает смерти. Если ты будешь подчиняться мне, я дам тебе вечность. Прекрати приближаться к вещам, которых я запретил тебе касаться». Аллах в своей милости даровал мне более высокое состояние духовности, чем Баязиду. Баязид сказал:
Я не веду оседлый образ жизни и не являюсь паломником. Это более низкий уровень, чем тот, на котором нахожусь я, а именно я все время пребываю в состоянии осознания единства Аллаха и совершаю паломничество к Аллаху. С тех пор, как Всевышний уничтожил мое эго, мне уже не страшен ад, и рай больше не соблазняет меня. Данное мне Аллахом состояние таково, что если бы обитатели ада и рая все вместе испытали его, они бы прекратили свое существование. О Аллах! Твой дар мне не вечен, а мой дар тебе бессмертен. Так как твой дар мне — это я сам, а мой дар — это ты, я познаю смерть, а ты живешь в вечности. О Аллах! Я прошу у тебя такого состояния для себя, в котором я прекращу свое существование, и только ты останешься во мне. Мир бежит от того, кто любит его. Ты, милостивый Аллах, кто помогает быстрее пройти по пути, ведущему к тебе, даже тому, кто идет спотыкаясь. О Аллах! Я тот, кто постоянно приносит тебе боль, а ты тот, кто постоянно одаряет меня новыми благами. Некоторые ищут удобств в аскетизме, другие в паломничестве, а третьи в богослужении. Сделай так, чтобы я не искал удовольствий ни в чем, а только в тебе». Я молитвенно прошу тебя, о Аллах, чтобы ты привел меня к твоему другу, который знает, как правильно надо повторять твое имя, чтобы своим служением ему я мог заслужить его благословение. О Аллах, я всего лишь твоя покорная тварь. Мое поклонение и памятование не имеют цены в твоих глазах. Молюсь, чтобы ты принял меня, слабого смертного, которому не на кого положиться, и стал мне защитой. Однажды Аллах сказал: «Абуль-Хасан, мы даруем тебе все, кроме божественности». Он ответил: «Господи, сними эту последнюю завесу дара и отказа, что отделяет меня от тебя, так как она служит препятствием тому, кто хочет раствориться в тебе. Я хочу, чтобы ничто не отделяло меня от тебя». Однажды Абуль-Хасан пел: «Любящие Бога в этом мире хотят созерцать Его лучезарный лик вечно. В горе и радости они ищут утешения у Аллаха. Любящие стремятся попасть в рай, только когда им твердо обещано, что они увидят Всевышнего и будут там навечно вместе с Ним». Абуль-Хасан сожалел, что список его прегрешений был очень длинный, а молитвы чересчур короткими. «Пока я не убедился, — говорит Абуль-Хасан, — что Аллах взял на себя ответственность за мое пропитание, я не переставал прилагать усилия, чтобы заработать себе на жизнь». Абуль-Хасан рассказывал: «Когда я увидел, что создание этого мира совершенно беспомощны в любом вопросе, я перестал доверять им и искать у них защиты, а также отказался от общения с ними». Абуль-Хасан сказал: «Я не хочу быть учителем кому бы то ни было. Я хочу постоянно чувствовать и говорить: мне достаточно одного лишь Аллаха, мне достаточно одного лишь Аллаха». Абуль-Хасан заметил: «Я не говорю, что вам не следует прилагать усилий и выполнять духовных упражнений, но что вам следует постоянно
помнить эту истину. Не вы сами выполняете упражнение, а являетесь инструментами в его руке. Подлинная духовная деятельность начинается, когда он действует через вас. Служение, которое вы осуществляете, подобно сделке, заключаемой торговцем, которому хозяин доверил товары. Он может забрать их у торговца, оставив своего посредника без гроша. Помните, что Аллах всегда с вами, если не вмешивается ваше эго. Пока ваше существование не будет уничтожено, вы не узнаете вкуса его существования. Его спросили: «Ты боишься смерти?» Абуль-Хасан ответил: «Мертвый не боится ее». Его спросили: «Что такое послушание?» «Прожить жизнь, не исполнив свои желания». «Что мы должны делать, чтобы достичь осознания?» «Считайте, что ваша жизнь длится не дольше вдоха, который вы сейчас делаете. Осознание приходит после явления вам образа Аллаха». Абуль-Хасан сказал: «Последние 40 лет мое «я» мечтает выпить что-нибудь холодное, но я отказываю ему в этом. Последние 60 лет, — сказал Абуль-Хасан Аллаху, — я люблю и жду тебя». Услышав это, Господь ответил: «Но я люблю тебя и жду твоего прихода ко мне с первого дня творения». Когда пришел смертный час Абуль-Хасана, он сказал: «Закопайте меня в землю глубже, чем Баязида, потому что если моя могила окажется выше, чем его, это будет неуважением к его памяти». Абуль-Хасан пообещал Мухаммаду бин Хасану, что в час его смерти он будет рядом с ним. Абуль-Хасан умер раньше Мухаммада бин Хасана. Но когда пришел и его смертный час, он увидел, что Абуль-Хасан стоит рядом с ним и успокаивает его. Он покинул этот мир без мучений.